Здравствуйте, меня зовут Улан, я являюсь су-шефом ресторана Kim's. Сегодня мы приготовим с вами медальон с шампиньонами. Для сегодняшнего блюда нам понадобится говяжья вырезка, шампиньоны, сливки, соль, черный перец. Для начала замаринуем вырезку. Нарезаем шампиньоны. Теперь мы идем жарить. Для начала разогреем сковороду. Наливаем масло. Укладываем шампиньоны. Добавляем сливки. Тушим на медленном огне до готовности. Пока наши грибы тушатся, мы будем жарить нашу говядину. Наши медальоны готовы, теперь будем выкладывать на блюдо. Для начала мы украсим тарелку и будем выкладывать грибы. Теперь выкладываем медальончики. Наше блюдо готово. С вами был су-шеф ресторана Kim's. Приятного аппетита, всего доброго.